Друзья, это вот перекресток проспект Джамбыла и Фурманова вот здесь. Фурманова. Видите, да? Вот это там мост туда вот идет. Автовокзал туда дальше. А я хотел бы вас вот сюда вот подвести. Такая жара сегодня, 39 градусов. Я вот хотел продемонстрировать, что у нас есть такие вот колоночки еще. На этом месте, посмотрите, что водичка бежит. Сейчас я водичку попью. Раньше таких колонок было по городу на каждом углу. А сейчас только вот в нескольких местах только вот. При нашем современном мире такая колоночка — это экзотическая картина. Ну вот так вы тоже со мной попили. Вкусная вода.